Учимся рисовать мандалы. Нам понадобится альбом, или крафтовая бумага, или черная бумага, или просто блокнот для рисования. Как хотите. Рисовать можно карандашом, ручкой или маркером. Как хотите. Дополнительно можно использовать линейку и циркуль. Сначала делаем разметку. Как мы ее делаем? Вертикальная линия, горизонтальная линия, диагональ, диагональ, кружочек, кружочек, кружочек. Сначала рисуем карандашом. Кружочек. Арочки. Переворачиваем. Арочки. Заканчиваем слой арочек. Намечаем. Проверяем. Исправляем. Стираем лишнее. Делим. Проверяем. Исправляем. Загогулечки. Загогулечка 2. Загогулечка 3. Загогулечка 16. Листик, листик, листик. Нарисовали. Берем любимый цвет или несколько. Обводим. Арочки. Загогулечки. Листик, листик, боковые листики, через один, так красивишно. Последние штрихи, точечки, точечка побольше, точечка поменьше. Последний штрих. Стираем, любуемся и радуемся. Можно рисовать для себя, для расслабления, для медитации, для подарка, для интерьера.